испугались. Сегодня полицейские задержали оппозиционного блогера Дмитрия Щелокова. Утром он пришел в административный суд Алматы, чтобы освещать процесс над своей коллегой Диной Байдельдаевой, которую обвиняют в участии в несанкционированном митинге. Но выполнить свой профессиональный долг ему не дали. В здании суда Дмитрий Щелоков пытался вести видеосъемку, но к нему сразу подбежали полицейские и, применив силу, прекратили запись. После этого они арестовали блогера и увезли его в Бастадыкский РУВД. Полиция начала нас выгонять. Конечно же, Дмитрий Щелоков стал возмущаться, стал подать перепалку с полицией. И они посчитали, что это является хулиганством, да? Наблюдавший за происходящим гражданский активист Галым Агилиуов уверен, действия стражей порядка, мягко говоря, незаконные. Конкретному лицу, с которым он говорит, в данном случае судье или какому-то полицейскому чину, он в лицо грубо говорить никогда не будет. Поэтому то, что его по хулиганке 330-я статья посадили, то это вообще нонсенс. За последний месяц казахстанские власти устроили открытую травлю оппозиционных блогеров. Первыми ласточками стали Ринат Кибраев, Нурали Айтиленов и опять же Дмитрий Щелоков. 5 февраля их осудили за хулиганство и арестовали на 10 суток. Причиной стал званый обед у акима города Ахмеджана Есимова. В ресторан тогда попали лишь приближенные к чиновнику журналисты. Независимых же отправили за решетку. На следующий день на площадь Независимости вышла с одиночным пикетом Дина Байдельдаева. Она призывала отпустить ее коллег. Ей инкриминировали участие в несанкционированном митинге. 4 раза суд переносил рассмотрение ее дела и сегодня вынес наказание в виде предупреждения. В минувший четверг жертвой произвола и беззакония стал блогер Андрей Цуканов. Он направлялся на отчетную встречу все с тем же акимом Есимовым. Полицейские жестоко избили его, когда журналист выходил из дома. Административный суд оперативно арестовал Андрея на 18 суток. Сегодня же жертвой полицейских вновь стал Дмитрий Щелоков. То, что делается против блогеров Андрея Цуканова, Рената Кибраева, Дмитрия Щелокова, вот эти последние 2-3 дня, это вообще нонсенс. Потому что людей за намерение куда-то пойти уже забирают. Не действие, ничего, а за намерение. Получается, любого из нас можно схватить, закрыть, осудить. Дмитрия Щелокова осудили за хулиганство на 15 суток. При этом, впрочем, как и обычно, адвоката ему не предоставили.